Здравствуйте, это канал Максимадзе. И сегодня у нас, собственно говоря, День Святого Валентина и в Angry Birds Seasons эпизод Fairy Hog Mother. Второй, собственно, эпизод. И я уже на самом деле вижу, что дневлюбленновской атмосферы в этом эпизоде меньше, чем в Hogs and Kisses. Но тем не менее, он выпущен День Святого Валентина, давайте в него тоже сыграем. Я этот эпизод полностью не проходил ни разу. Даже все прохождение не видел на Ютубе. Хотя я мог бы на самом деле посмотреть, наверное. Собственно говоря, здесь у нас два золотых яйца. Начиная с как раз таки вот этого вот. Начиная с этого эпизода, бонусные уровни не на отдельной странице, а внизу стали появляться. Собственно, золотых яиц 2. Одно на 19 уровне находится, второе на 1.3. То ли на третьем. Тут, видимо, не в правильном порядке, может, написано. Короче, давайте начинать. Посмотрим на атмосферу этого эпизода. Я этот эпизод не играл ни разу и полностью не проходил. Но сейчас мы вместе с вами это сделаем. Первый уровень уже вызывает сложность. Не поднимается что-то камень. Может, лучше в домик стрелять. Ну, что-то я бы не сказал, что это сильно помогло. А, подождите, а палочка волшебная, если я ее сломаю, что это? Опа! Хорошо, почему я сразу об этом не подумал? А все, оказалось, все очень легко. Да, атмосфера этого эпизода как-то уже не вызывает ностальгию. Потому что, ну, я думаю, многие признают, что... Опа, ничего себе, надо освободить товарища-то нашего. Промахнулся. А... Его заново надо будет. Ну да ладно. Ничего, сейчас освободим. Наверное, после взрыва... Блин, печки. Взрыв печки, возможно, его освободит. Отлично, да. Так и произошло. Но запускать его смысла уже нет. Уже все уничтожили. Так, башенки у нас тут всякие. И, кстати, различные отсылки находятся. Вот предыдущий уровень отсылал к гадкому утенку. Первый уровень к Джеку и бобовому стеблю, а этот Рапунцель. Рапунцель, это типа дворец Рапунцель. А, вот это Рапунцель. Ну да, у нее такая длинная коса, действительно. И король свиней у нас тут внизу. Какого фига король свиней делает вне башни? Он же король, ему должны... Он должен быть там. Корона из эпизода Year of Dragon висит тут у нас. С
Следующий уровень у нас отсылает к три поросенка. Ну и, в принципе-то, да, есть что-то. Один дом из соломы. И что-то я дом мой... А, или вот этот дом, типа, из соломы. Если это дом из соломы такой, я разочарован. Но, честно говоря, я бы сказкам этот эпизод бы посвятил, а не Дню Святого Валентина. Но он действительно позиционируется как эпизод Дня Святого Валентина. Ничего это нам не дало. Надо немного в другое место попадать. Хорошо. Следующее Аладдин. А, 1-3, кстати. Там же яйцо золотое было, да? Ну-ка, подождите. Тут было написано, где оно находится. Спрятано за светлыми деревянными блоками в башне. Светлые деревянные блоки в башне? А, вот это, наверное. Хорошо, я понял. Только как попасть туда? А, коса из бананов сделана. Офигеть. Сейчас поп... Не, сейчас попробуем достать до туда. Ну вот здесь, я так понимаю, она находится. Только надо как-то туда умудриться попасть. Попробуем так. Точно, оно здесь. Ладно, возвращаемся к пятому уровню. Белоснежка 7 гномов, извиняюсь. Какой Аладдин, я не туда посмотрел. Белоснежка 7 гномов. Ну вот, пожалуйста, вот Белоснежка, типа. Ну, это реальный эпизод по сказкам, а не по Дню Святого Валентина. Интересно все это, конечно, но все-таки как-то не, нет атмосферы Дня Святого Валентина здесь. Так, взрыв. Отлично. А вот следующий уже Аладдин. Ничего себе. А че он... У него гравитации нет, что ли? Как это работает? Собственно, монетки из эпизода Go Green Lucky. Go Green Get Lucky, или как он там называется? В честь Дня Святого Патрика эпизод. Не играли пока еще, но будем обязательно. Когда будет День Святого Патрика. Хоть у нас в России нет данного праздника. Это вообще праздник ирландский, но его празднуют. Ну, в Америке его, например, его отмечают. В Англии в той же вроде тоже отмечают. А у нас в России нет. Но мы отметим, пройдя этот самый эпизод.
Бонусный ред. Еще раз попробуем. Надо, чтобы именно сюда попала она каким-то, попал он каким-то образом. Ладно. Пираты Карибского моря, проклятие черной жемчужины у нас. 7-й уровень, про это. Вот такие вот у нас свины на этом уровне. Тут что-то не попал. Во что-то твердое врезался. Хорош, замечательно. Правда, вот один... Эффектно вот это было, конечно. Один, правда, хрен остался. Отлично. Следующее Золушке посвящен уровень. Как бы отсылает. И давайте сразу волшебную палочку активируем. Уничтожим ее. А, часы пошли. А, динамит взорвется через какое-то время. Подключен динамит к часам. Сейчас бомбанет. День-день-день-день. Бумс. Прекрасно. Гензель и Гретель. Следующий уровень. Понятия не имею. Никогда о таком не слышал. Если знаете, пишите в комментах, что это за сказка или мультфильм, фильм, не знаю. Никогда об этом не слышал. Гензель и Гретель. О, бонусный чак, я его даже не заметил. Бонусные птицы у нас тут есть на уровнях. Принцесса на горошине. Следующий, этот уровень у нас посвящен этому произведению. Опа. Так, и последний удар сюда.
Так, вот бонусный чак, я вижу, уже есть. Ну, стелы, я думаю, поднимать надо камни. Вот эти. Камушки, камушки, камушки. Нет, немножко по-другому сделаем. Сложно, сложно, что-то тут немного. Птиц маловато дают, вот в этом. Ладно, давайте вот так сделаем. Сложно немного. Кусок пропеллера лежит тут. Это у нас какой? 12-й. Кстати, 11-й был, я забыл сказать, посвящен приключению Пиноккио. А этот посвящен сказке о том, кто ходил страху учиться. Тут как-то зам... этот... что-то этот дворец плохо разрушается. Так. Не так уж это легко. Все рушится, и сейчас все нафиг окончательно дорушится. Русалочке посвящен следующий уровень. Только дерево не тонет, нифига. Не может оно свиней раздавить. Ну вот тут только она, вот тут отсылочка на этот день Святого Валентина появляется. А так не сердечки вот эти
А так особо тут ничего из Дня Святого Валентина и я не наблюдаю. Так, ну вот теперь точно все разрушится. Вот так вот. Так. Алиса в Стране Чудес и Алиса в Зазеркалье. Этот посвящен этим произведениям. Этот эпизод. Добраться до этого хрена как-то надо. Сложно, сложно немного тут стало. Так, зимний. Снежный, и, соответственно, Снежной Королеве посвящен этот уровень. Более того, даже непреодолеваемые снежинки появились, которые реально будут нам мешать прохождению уровня. Не может разрушиться из-за этих... А каким образом снежинки все упали? Что-то надо было сломать, чтобы снежинки упали, видимо. Но я так и не понял, что. Ну-ка, что надо было сломать? Палочку, наверное, надо было сломать. Ну да, палочку. Я другого не вижу варианта. А стоп. Так, ну это следующий уровень получается. Чему он у нас посвящен? 1.16. Спящая красавица. Класс. Давайте посмотрим, где у нас тут спящая красавица. Что-то... Вот это что ли? Какая же ты красавица, ё-моё. Свинья. У меня есть друзья. Геныч, Шпала и Свинья. Все они работают в такси. Так, отлично. Гамельский крысолов, тоже не слышал о таком. Но именно ему посвящен этот уровень.
музончик играет. В начале. Добраться до бомбы очень нелегко. Надо как-то вот так, наверное, стрелять. Не туда, куда надо, попал я. Очень печально. Нет. Еще раз попробуем стрельнуть, пострелять туда. Да что ж ты будешь делать, а? Непросто что-то. Ну, отлично, добыли наконец-то. Все. Не хватает нам звездочек, но да, но тем не менее у нас есть кредиты. Это у нас чему посвящен? Король лягушонок. Угу. Ну, да, тут нелегко немножко. Что-то во всех попасть сложно немного. Да что ж ты будешь делать? С этими лягушками что-то как-то нелегко. Блин, а в эту-то не попал. В палочку. В палочку попадать надо. Вот так. Опа! Ничего себе, разрушение пошло тут.
Отлично. Али-Баба и 40 разбойников. Следующий уровень. Называя, посвящен этому произведению. Действительно похож. Али-Баба и 40 разбойников. О, яичко. Там яйцо находится. Только как до него достать-то отсюда? А еще тортик из этого Moon Festival эпизода. Правда, он тут, бонусом не считается. А, вот еще один такой тортик. Чё-то сразу не заметил этот сначала. Достал яйцо, отлично. Ничего это нам не дало. Да блин, до этого бомба достать очень нелегко, блин. Давайте-ка я пауэрапы задействую. Все, отлично. И никакой бомб нам не пригодился. Все, это последний уровень, я так понял. Ну да, вот еще отсылка на этот. А, ну, на самом деле уровень не последний. Еще есть вот эти два уровня. Давайте тоже их посмотрим. Просто, тем более мы их можем просто открыть за монетки. Бременским музыкантам посвящен этот уровень. Собственно, петух, пес, нет, кот, пес, осел. Трубадура не вижу я. Принцессы, короля, сыщика тоже не наблюдается, но тем не менее. Недавно, кстати, по бременским музыкантам вышел такой киноремейк, который очень-очень смешанные отзывы на самом деле получил. Но, в принципе, интересно, что такое ремейк решили попробовать создать. Ну как ремейк? Это типа фильм по мотивам бременских музыкантов. А так по бременским музыкантам выходило три мультфильма.
Это бременские музыканты, собственно, 1969 года. По следам бременских музыкантов 1973 года. И новые бременские 2000 года, про который мало кто знает, мало кто слышал. Мультфильм «Новые бременские» получился провальным. И, собственно говоря, поэтому его довольно мало кто знает. Многие пришли к нему от Сыендука. Я про него узнал не от Сыендука, я про него узнал с помощью... Потому что у меня была книжка про бременских музыкантов, где был третий, собственно, эпизод. И я решил посмотреть, блин, а мультфильм есть? Оказывается, что есть. Ну и последний уровень дюймовочки. Посвящается. Отлично, эти уровни прошли. Теперь давайте посмотрим на яички. Первое у нас было вот это. Ага, порталы из Акробакон эпизода. Я так полагаю, нужно вот так вот сделать. Ну, почти получилось. Я понял, как это правильно надо делать, но... Не все так просто. Не очень получилось немного еще раз. Ну почти, почти. Четко попасть нужно. Блин, промазал. Мимо шарика, надо в шарик обязательно попадать. Вот этот свин постоянно остается в живых. Теперь этот остался в живых, и вот этот. По нему что-то не попало. Ну ладно. Короче, надо вот так, как сейчас я стрельнул, так нельзя стрелять, иначе ничего добиться не получится. Да пошло оно, короче, нафиг, какой-то сложный уровень. Давайте второе яйцо посмотрим. Что у нас надо здесь сделать? Ну, все просто. Бонусных птиц открывать. Тактика неправильная получилась.
Ой, зачем я вышел-то? Да что ж ты будешь делать? Сразу двоих птиц, замечательно. Двух. Не, так не попадем мы никуда. О, может, а может надо было вот так сделать? Ну, попасть при этом только вот сюда. Да что ты будешь делать, а? Какие-то сложные яйца в этом эпизоде. Нет, так не получается у нас что-то. Да ну тоже сложный какой-то уровень, короче. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот был второй эпизод через Дня Святого Валентина, хотя Днем Святого Валентина тут особо-то не пахнет, тут больше сказками пахнет. Ну и два яйца, которых я не смог пройти, сложные какие-то сильно. Ладно, на сегодня все, с вас Икос, подписывайтесь на меня, эпичные видосы, подписывайтесь на мой влоговый канал, а также вступайте в группу ВКонтакте, и всем пока.